Мы закрыли одномоментно большое количество, там практически три полигона мы закрываем одномоментно в Московской области, в непосредственной близости от Москвы. В Москве есть два вида отходов. Отходы, которые собирают официальные операторы, но есть еще очень много отходов, которые никак не контролируются. Это всякие, стоят контейнеры у всяких там торговых центров и так далее, так далее. Объем этих отходов достаточно велик, мы его оценим примерно в 1 000 000 тонн. Его забирают, соответственно, не очень сознательные граждане, дальше пытаются этот мусор куда-то привезти. На полигонах очереди по 200 машин, МСЗ загружен, как вы сегодня услышали, полностью. Соответственно, им куда-то это надо деть. Заехали в промзону, заехали в гаражи, вывалили, чтобы следов не оставлять, чтобы нельзя было выйти, подожгли все. 8-кубовый контейнер стандартный при горении, в зависимости от количества там, пластика и так далее, накрывает там, примерно 10 квадратных километров. Вот вам и запах, без превышения предельно допустимой концентрации, но так, что все вокруг страдают.